Как попасть на стажировку в хорошее, крутое пиар-агентство? Это очень просто. Если вы считаете хорошим западное агентство, хороший английский язык, прошли тест, стали ассистентом, дальше растете или убираетесь. Если это агентство российское, среднее, тогда нужно просто попроситься на стажировку. Отпинали вас в первый раз, обратитесь через полгода. Пнули еще раз, обратитесь через месяц. Настойчивость ценят. Если это пиар-агентство небольшое, тогда напишите письмо директору. Вот так попадают на стажировки. Английский, настойчивость и знание директора. Если вы хотите попасть наверняка, применяйте все три этих способа. Удачи!